волочиться. Вот-вот, то, что надо. Да. Классные. Сколько стоит? 40. Хочешь тебе такие? Хочу. Придется поработать. Делом займемся. А я не боюсь, на тебя уважаю за крепкие нервы. Заткнитесь оба, стая проснется. Прячемся, ребята. Янка 105. Что брать будем? Берем Мерс, Мерс берем. Мазки куриные, у Мерсов хозяева крутые. Не знаешь, как бьют. Будем брать родной москвич. Что берем? Зеркало. Да хочешь чего-нибудь заморского? Да все комки завалены зеркалами от Мерсов. От БМВ 10 баксов, от москвича 20 дадут. Поняли? Пошли, пошли. Давай дверку. Дай другую. Держи. Есть! Получилось! Тихо! Колпачок, колпачок откручивай! Дорогие соседи! На моей машине специализируетесь? Воровскую практику проходите? Втроем на одном москвиче? Что, других нету? Почему на моем? Почему? Я вас спрашиваю! Отвечай, почему на моем? Рыночная экономика. Какая? Рыночная. Завтра твоей Сигизмундовне будет урок экономики. На веки изнежен, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение? На злато променяв ту власть, которой мир внимал в немом благоговении. Поэтому я и побеспокоила вас, Карпуша. Идет голова кругом. Совсем отбился от рук. Да. Если бы вы были живы его родители, может быть, конечно, такого не могло бы произойти. Может, я сама в чем-то виновата. Послушайте. Но воровать... Сигизмундовна. Их уже не вернуть ни моего сына, ни вашу дочь. Вот о нем надо думать, об этом негоднике. Конечно, пока живы родители были, меня на пушечный выстрел не подпускали к нему. Ну что, Бог, чему можно научить? Как воспитать этот старый деревенский пень? Ну зачем вспоминать? Сигизмундовна, дайте мне что-нибудь другое. То я ему эту чашку рассажу, ей-богу. Ой, ну не могу. Ну вот, подстаканник. Ага. Вот. О, старый знакомый. Что делать-то будем? Что делать? Воровать. Это правда? Ну, Карпуша, ну что вы,
правда, правда. Ну что, я вас обманываю, что ли? Да нет, нет, я не к тому. Я к тому, что неужели он совсем пропал? Да ничего он совсем не пропадал. Он хороший мальчик. Хороший. Только нужна крепкая мужская рука. И он же продолжатель вашего рода. Давайте я вам налью покрепче. А как у него с учебой? И это правда. Что делать-то будем? А что тут думать? Решено. Забираю в деревню. А там повешу на березе. На какой березе? И зачем вешать? Не-не, обязательно. На березе и вешать. И есть у нас в деревне такая береза. Старая, корявая, высокая. Воров на ней вешали, иконокрадов. Не обманывай, дед, женщин. Ладно, кончайте треп, старички. Не вешайте мне лапшу на уши. Василь, как ты можешь? Береза. А ты зря, внучок, так. Есть у нас такая береза. А последнего давно вешали? Давно. А жаль. Вот поэтому и дичаем, внучок. Василь, помолчи, пожалуйста. Давайте я вам еще налью. Спасибо. Сыт. По горло сыт. О чем думаешь, внучок? Да ни о чем. Ты же родился, дай бог памяти, по первой чернобыльской весне. Ты ровесник и ни о чем не думаешь. Да я думаю, дед, думаю. Слушай, а где та береза? Особые глаза надо иметь, чтобы ее увидеть. А у тебя... Ну вот, к дому нашему пришли. К началу нашему. К началу. Ах, вы мои хорошие трудяги-кормилицы. Дед, а дед? Тихо, не кричи, ты не в городе. Иди сюда, пчел покажу. Да видел я твою пчелу. Только не делай резких движений. Холодно, дед, сыро, мокро. Утренняя роса полезная. Да? Ага. Видал? Какие красавицы. А? А тебя, дед, не укусят? Нет, меня не укусят. Они меня любят так, как и я их люблю. Давай, подставляй руки. Ну, не трусь. Дед, укусила! Дед! Больно! Дед! Ай-яй-яй. Какая напасть появилась на нас. Ну и что будем делать? Спасать будем, что можно. А то ведь на зиму вещей останемся. Чужой идет. Ой, смотрите, плывет. Я его знаю, он городской. Спокойно, ребята, сейчас разберемся.
Ты грамотный? А чё? Не чокай, чувирла городская. Отвечай, когда хозяева к тебе обращаются. Ты хозяин. А что, не видно? Я вил и написал в землю у брода. Посторонним ход воспрещен. А, так это ты неграмотный, лапы деревенский. Да ладно, гостиница. Это что, у вас так гостей принято встречать? Ага, у нас такой обычай, встречать кого не звали. Слева не хочешь? Не хочу. Что ж, тогда справа. Гони его, Микита, это наша зона. Вали отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Эх вы. Ну, а чего тебе? Хорошо. Слушай, научишь меня нырять? Научу. Хочешь собаку? Очень хочу. Not problem. Это я по-английски. Понял. Чтоб завтра был в резиновых сапогах и в куртке. Видишь, какие у нас умные собаки? Вижу. Они прошли зону. Какую зону? Понимаешь, в 6 километрах от нашей деревни Чернобыль прошел. А наша деревня чистая. Мама говорит, болото спасло. Многие собаки там родились, некоторые стали волками, некоторые сдохли от радиации. А этих мы спасли. Этих мы вывезли из зоны и приручили. Поэтому они самые лучшие, самые умные собаки на свете. Усёк, чувырла? Усёк. Как у тебя зовут? Василь. А меня Микита. Берёшь лыка и мочало. Лыка, да мочало, начиная сначала. Правильно. 9 раз сначала и столько же раз по рукам, пока глаза не прорежутся. Глаза в руках? А где же? Не на затылке же. У человека руки должны быть зрячими. Дед! Сейчас нужны компьютеры, пейджеры, факс, электроника. Слушай ты, сопляк, замолчи. А то сейчас по факсу таких пензеров надаю, что на всю жизнь запомнишь. Ах ты, дед, отстал ты, дед. Да, отсталый. А вот лапти плести, корзины, да всякие игрушки. Один я на всю деревню. Ну, что ты делаешь? Сколько раз учить можно? Я ж тебе сказал, тут под плетью надо, весь низ. А ты всю основу расплел. Ну, что это такое? Ну, гай... Вась. Вась! Хорошо. Хорошо. Плачет не к печали, плачет к радости. Радоваться завтра, дед, будешь. Ты вообще-то понятливый. Только вот лапти плести не умеешь. А это надо. Надо. Может,
не столько тебе, сколько мне. А тебе, дед, зачем? Не знаю. Только ведь, когда у человека в руках ремесло, это и на корысть человеку, и на радость. А кто знает, что с тобой завтра будет? А ты не серчай. Ты же мой. Я не серчаю на тебя, дедушка. Мой внук. Я не серчаю. Я тебе, дедушка, завтра собаку приведу. Тут осторожнее. Что это? Может, браконьер кабана завалил? Но его нельзя есть. Местный не будет, а городской отвезет на рынок, да тебя накормит. Меня нет! Не ори, так нет, так нет. Ладно, хватит болтать. Сколько уже километров прошли, и ни одной собачьей стаи. Побежали. Быстрее, ребят. Так они что, стаями тут бегают? Да. Когда люди уехали отсюда, они оставили собак. А собаки тоже жить хотят. Сбились то ли в колхоз, то ли в кооператив собачий. Ничего не боятся, а людям мстят. Ой, встретиться им... Человек в клочья разорвут. Ты что, Василь? Я больше не хочу собаку. Я так и знал. Городский народ хлипкий. Пойдем, Василь, не бойся, мы с тобой. А ты чего, Никита? Ты же тоже когда-то их боялся. Все мы их боялись. Тихо. Слышите? Слышу. Они где-то здесь. К домику лесника! Быстрее, ребята, быстрее! Осторожно, ребята, впереди болото. Идти за мной след в след. Ой! Тебе сказали осторожней. Стойте. Вот они. Все здесь. Пришли. Не боись, Василь, не боись. Кидаем хлеб. Что останется, та наша. Самая голодная. Нет, самая умная. Та, что ищет человека. По моей команде кричим все разом. Начали!
бери. Я? Как? Руками. Я не смогу. Сможешь. Хочешь собаку? Есть собака. Иди и возьми своего друга сам. Не торопись. Сонные собаки ошибок не прощают. На, собака, бери, не бойся. Водаю. Собака, не бойся меня, ты ждала меня. А я искал тебя долго-долго. Мне так было плохо одному. Я никогда не обижу тебя. Ты мне веришь, собака? Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Так. А что это такое? Что, собака? Да я вижу, что это собака. Это наша собака. А ну, давай, веди в дом. Да. Смотри! Ну и что вы там видите? А? Никит? Лес вижу, дом вижу, и людей тоже вижу. Вась, а ты что видишь? А, Василек? Тебя вижу, деревья вижу, небо вижу, облака вижу. Хорошо. Вот смотри, вот эта вот доска, ну, ничего, подрежем. А вот это, о, как влито. Слышь, Карп! Что? У меня курица пропала. Ну, пропала и пропала. Что я тебе, петух, чтобы в твоем курятнике кур топтать? Да принеси молоток. Да тебе, петух. Хотя, помнится, в молодости ты любил по чужим курятникам шастать. Что было, то давно прошло. И мхом травой поросло. А, черт, а гвозди? Гвозди где? А я помню, как ты мою невесту из-под носа увел. Ну, увел. Любила она меня, и я ее любил. 40 лет. Любила, эй, Васька! Любила. Из-за тебя и председателя не выбрали. Эй, Николай, шел бы ты кости на печке греть. Я вот пойду. А не старые ворошить. А вот. А ты не хихикай, молоток бери. Курица моя, отходила, ой. Я вот гляжу, у тебя песик новый появился. Новый? Ну что, новый? Ни разу не лицованный. И что не лицованный? Ухару. Только я вот спрашиваю, откуда? Тайна. Это такая тайна, что все наше село знает. Но ты же знаешь, что все наши песики вон оттуда. Я знаю, знаю. Только и ты знаешь, что у меня внучата Шесть. Имеются. И сучка. Известной породы. Смекаешь? Нет, не смекаешь. А я бы на твоем месте мозгами-то пошевелил. Никогда нам не быть на одном месте, Николай. Иди давай, иди. О, да вон же она. Кто? Кто, кто? Дед ты кто? Вон же она, моя курочка лежит. Это... Я тебя, Карп. Что? Я тебя не грожу. Но я тебя предупреждаю. Гей. Собака твоя в курятник повадилась. Всех курёв передушить. Не передушит. И я заплачу тебе деньги за курицу. Возьмешь деньги? Возьму. По закону положено. А закон мы знаем. А ты иди, иди. Ты иди.
Да, да я пойду, пойду. Только ты готовь баксы. Готовь. А ты что ж? А? Ах ты, дурень ты, остолоп. Ты что это, с кем связался? Ну вот что, ты, Василь, давай дуй хату, и чтоб носа на улицу не показывал. А ты пошли. Рядом. Рядом. Дед, ты куда? Поколдуем. Рядом. Ты же не в лесу теперь. Ты среди людей. И по-людски. Чужого не тронь. Свое охраняй. Значит, повешу на березе. Значит, ты вор. Вор. А воры в нашем доме никогда не жили. Ясно? Ладно. Понял. Ну, пошли. На, закопай. Больше уже никогда чужой курицы не тронет. Дед, ты колдун? Есть немного, как у всех стариков. Колдуй, баба, колдуй, дед, за колдовный билет. Только чувствую, добром это не кончится. Оцирк начнется. Фили, хорош. Харп! А? Держи, вот Жакана на волков берег. Я свое отстрелял, Николай. Уходите отсюда! Вася! Слово хозяина слыхал? Слыхал, слыхал. Дай-ка сюда. Че? Держи. Его что шагает? Пойду, пойду. Давай, давай. Куда следует? Урожина. Что дед, что внук. Ничего, обеих обломаем. Ай! Что, дед, что случилось? Ничего, все хорошо. Рекой опустился сиреневый вечер, и угасла заря. Кто ты, деда? Не знаю. Собака. Ты слышишь? Собака! 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 Василь! Ну что тут? Деда. Покажи. Лапу. Дай лапу. Так. О, ну ничего. Кость не задета. Как на собаке заживет. Так. Дай-ка вон там тряпку. Давай не сиди. И за бидоном бутылка. Ничего, через день-другой совсем затянет, и будет он бегать. Держи. Я тоже стреляный меченый. Вот так. А ты знаешь, кто стрелял? Знаю. И он знает. Так, слушай. Завтра возьмешь собаку и отведешь туда, где взял. Ну, деда. Все. Ну, может быть. Все равно Николай ей житья не даст. Понял? Понял.
случилось, Василь? Сюда, сова. Зайся на людей, а то они тебя убьют. Ты слышала, что сказал дед? Нельзя ради собаки с людьми ссориться. Нельзя. Иди. Прости меня. Не показывайся в себе. Может, ты и вправду больная. Прости меня. Это не я и не дед. Я вернусь за тобой, собака. Вернусь и заберу тебя. Базар нынче посетишь? Ты когда мне должок-то отдашь? Дядь Коля! Ну? Ну, че тебе? Я отвел собаку туда, откуда взял дядя Коля. О, и правильно сделал. Ты и сам посуди. Ну, ведь собака-то реактивная, меченая. И чего вы с дедом упирались? Ой! А вы не хороший, дядя Коля, злой. Вы хуже зверя. И моя бабушка молодец, что бросила вас. Ну, парень, ну ты даешь. Ту, поганец. Порода поганая. Ну, не туда, куда я. Подожди, не сейчас. Меня же еще на ноги ставить надо.
Ставят на ноги, когда с горшка человека снимают. А ты с этой работой справился. Не маленький. Так что шагай сам, топчи землю. Деда, подожди. Деда, ну не сейчас. Ты мне очень нужен, дед. Не сейчас. Яблоня каждый год листья роняет по осени, а пчелка отработает месяц и тоже падает. Ты мой, конец пришел, Василек. Только я всегда с тобой буду. Знай, вечно с тобой. Вот я и вечный буду, внук. Мы же мужики с тобой. Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Подай, сын. Печатается гроб сей до второго пришествия Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Окропляется, освящается гроб сей окроплениями священной воды сей священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Окропляется, освящается крест сей окроплениями священной воды сей, священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Помяни, Господи, в Царстве Своим душу усопшего раба Твоего, новоприставленного Карпа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Открой дверь, собака. Молодец.
что мы с дедом все-таки сберегли. Ну что, собака, присядем на дорожку. Пойдем. Собака и город. Василек, родной ты мой. Бабушка. Господи, как я по тебе соскучилась, любимый мой. Я похоронил дедушку и собаку привез. Совсем осиротели мы. Собака, собака, заходи. Генка! Привет. Привет. Слушай, Генка. Нет, я не Байрон. Я другой. Слушай, Ромка, ты давай. Иди. Давай. Тоже мне Пушкин. Мне скучно с тобой, Генка. Иди, иди, иди. Давай. Привет. Привет. Ты где взял этого лоха? Сам ты лох, Генка. Да убери ты этого сопливого. Разговор есть. Понимаешь, Генка? Я согласен на любую работу. Мне собаку кормить. Да и нам с бабушкой надо. Он согласен. Да ты спроси у любого пацана. Все согласны. Но только все поделено, все схвачено. Пока ты у деда на деревенских хлебах, как сыр в масле катался. Генка, умер у меня дед. Вон, смотри, Янка пошла. Где? Да ты случайно не влюбился? Да нет. Вот собаку пришлось привезти из деревни. Я знаю, ты все можешь. Я тебя отстегивать буду. Ну, не без этого. Я ведь тоже хозяину должен. Не обещаю. Ну, поговорю это, во-первых. А во-вторых, мне на работу пора. Ген, хочешь, пойдем со мной. Может, мы с тобой к твоему хозяину пойдем, а? Ну, ты даешь. А на солнце не жмурясь, тебя смотреть не слабо? Слабо. Ген, а где ты берешь деньги на товар? С выручки. А сначала? С бутылок. С каких? Которые здесь собирал, а потом сдавал.
Эй, пацан, вот как? Да, пожалуйста, пожалуйста. Так, что? О, держи. Вот это девочкам. Сухарики, рыбка. Вот, вот, воблу берите, свежую. О, холодненькая. Хорошая смена растет, молодец парень. Хватит столько? Да, хватит. Спасибо. Они что, не могут покупать товар в магазинах? Здорово, Ген, как дела? Нормально. Привет. Интересно, кого это он с собой привел без разрешения? Не знаю, потом разберемся. Генка, а во сколько рынок закрывается? 5. Так что, я в 5 уже могу идти собирать бутылки? Ну, попробуй, но советую. А почему? По кочуну. Сам знаешь. А вот я попробую. Ну, дело твое. Ищи, собака, ищи. Ищи, собака. Надо кинуть этого лоха. Давай, пацаны. Молодец, собака, заработала себе на прием. Молодец, собака. Что? Решил помочь моим братушкам? Собрать им бутылки? Ну, клади пакет и дуй отсюда. Усёк? Нет, не усёк. Почему вам можно, а мне нельзя? Потому что это наша территория, наша зона. Да он лох. Деревенский лапоть. Ему по-другому надо объяснять. Ну что, проучим? Проучим. Доставай бутылку. Поехали! Это действительно их зона. Бежим, собака! Поймаю, кастрирую его и собаку. Сюда, собака, сюда. Быстрее ложись, прячься. Где он? Куда он мог деться? Наверное, на автобусе уехал. Послушай, собака, если вы решили рыть тайный ход к коммерческому банку, то это безнадежное дело, потому что они все прогорают полей. А если к национальному банку, то рыть лет 20. Вот, полей, полей еще. Потому что национальный банк от нас далеко. И это будет в следующем веке. А вот, Василь, одежду надо хранить в этом веке. А ну-ка, поди, принеси старое полотенце. Хорошая собака. Давай-ка я еще ее полю немножко.
Ты куда, Василь? Отстань. Зеркало протри. Хорошо. Спасибо. Смотри, Серега, машина подъехала. Мишка, твоя очередь. Помыть? Да. Я сейчас. Быстро воду. Получи. Спасибо. Хватит? Да. Понятно. Помыть? Валяй, пацан. Хорошо. Получи. Ой, ребята, за что? Эй, как дела, работник? Ты что, пришел в чью территорию, по штук ноги? Что ты здесь делаешь? А ну-ка, ну-ка, давай знакомься. Это будет тебе урок. Не ходи на чужую зону. Это наша зона. Понял? Давай вали отсюда. Эй, ты, заткни свою собаку. Фу, собака. Фу. Ко мне. Придешь второй раз, уедешь на катафалк. Слушай, ты крутой, откуда ты тут такой появился, а? Я из 27-го дома. Слушай, ты из 27-го дома, ты что, не знаешь, что здесь все забито? Кем забито и что забито? Мной забито, это моя зона. Слушай, ты, малявка, ты что, мне тут будешь допрос устраивать? Ты следователь? Нет, я прокурор. Слушай, ты прокурор, у меня такие адвокаты есть, что в следующий раз ты со своим псом в собачьей конуре на живодерню можешь поехать. Ты меня понял? Понял. За мной, собака. Бабушка знала, как тяжело сейчас зарабатывать деньги интеллигентному человеку. Эти деньги, бабушка, не волнуйся, я честно заработала. Да, я тебе верю. Но признайся, тебя не очень сильно били? Нет, бабушка, не очень больно. Но было очень обидно, когда облили грязной водой. Вот я думаю, дай-ка, по-моему, это хватит ему, как, а? Бабуль, да? Я в деревню поеду, урожай надо собрать. Да. Дед думал о нас, его рубашки остались, можно мне перешить? Да, конечно. Ты знаешь что, давай в деревню поедем вместе. У тебя ведь школа скоро. И теперь, когда мы туда соберемся? В следующем году я обязательно поставлю дедуле памятник. Ах, ты мой дорогой. Ты становишься все больше и больше похож на деда.
похорони меня здесь. Бабуль, не надо. Ты у меня самая-самая. Не надо. Я же с тобой. Бабуль, не надо. Я все смогу. Я буду стараться. Дедушка говорил, что на таких, как мы, земля держится. Сигизмундовна. Держи, Василь. Держу. Ирина Сигизмундовна. Да-да, я здесь. Обедать уже пора. Иду, иду. Стол просто царский. Да. Ну, как вам у нас? Так хорошо. Ну, вот и славно. Да вы ешьте, ешьте. Да вы угощайтесь. Помидорчики кладите. Спасибо. А чего ж вы раньше-то не приезжали? Ну, у меня институт, к сожалению, был. Ну, никак не могла. Никак. А-а-а. Ну, а теперь-то что решили? Совсем к нам перебираться или дом продавать будете? Не знаю. Дом Василя. Как Василий решит, так и будет. Василь? Ну, ты-то как? Нет, дом деда продавать я не буду. Дом без хозяина погибнет. Жить будете здесь. Мы еще не решили. Ну, что тут решать, Ирина Сигизмундовна? В городе-то теперь. О, поди проживи. Трудно, дорого. А здесь поросеночка заведете. Хватит, хватит. Давайте, давайте. Ну, что тут решать? А вы переезжайте, да и все. Да, все не так просто. А женщина-то вы еще потрясающая. А что? Правда, хлопцы? Красавица. Хватит, Валюша. Хватит. Ладно, мам, мы пошли. Давайте, давайте. Собака, за мной. Только недалеко. Ладно. Смотрите мне. Женихи тут для вас имеются. Да, Валя, да что вы? Ну, какие же женихи? Да что вы? Да ну, бог с вами. Ну, а почему же нет, Ирина Сигизмундовна? Ну, правда. А хотите, я вас своей наливочкой угощу? Сигизмундовна! Да, это я. Чего изволите? Извините, не знаю вашего имя, отчества. Лёшка. Нет. Алексей. Григорьевич, я. Это... Чего вы хотели спросить-то? Да я хотела спросить, что привело вас к нам. Может, что нужно? Да нет, это я так, поздороваться зашел. Вот, извините, молочко, парное. Спасибо. Ну, Валька, ну, зараза. Василек, кто это был? Пастух. А что ему надо? Не знаю, бабушка. В деревне люди по домам просто так не ходят. Вот молоко принес. Пятьдесят восемь. Растешь не по дням, а по часам.
Я сейчас руки. Вот так. Входите открыто. Входите открыто. Добрый день, Ирина Сигизмундовна. Добрый день. А меня зовут Станислав Иосифович. Очень приятно, Станислав Иосифович. Здравствуй, Василь. Здравствуйте. Вот это вам. Сам наловил, значит, принимай. Нет, нет, нет. Что вы, прекрасная рыба. Но, Василь, скажи. Ничего, ничего, держи. Иосифович, вы что, свататься пришли? Вас тетя Валя прислала, да? Да. Валентина. А что, я 5-й год уже как вдовой. Рыбу-то возьми. О, раму менять надо. Посмотрел, пасеку тоже надо в порядок приводить. Осень на дворе. А руки есть. Вот они. Мы подходим друг к другу, Сигизмундовна. У нас все сладится. Вы женщина видная, умная. Да и я не дурак. Правильно, Василий? Не знаю. Василек, вставай, вставай. Едем домой. Домой, домой. Не ставь бабушку в неловкое положение перед людьми. Вставай. Перед женихами. Вставай. Василька, а что у тебя в рюкзаке-то? Это мое и деда. А, наследство. Угадала, наследство. Ой, собака, запыхалась я, потише. Ой, запыхалась. Бабушка, я не смог заработать деньги. Может, надо быть другим? Нет. Надо быть всегда самим собой. А если по-честному не можешь, то вообще не нужно. Знаешь, в нашей семье всегда ели честный хлеб. Но я не смог заработать деньги на собаку. Может, надо оставить ее в деревне? Да как же так оставить в деревне? Она стала членом нашей семьи. Она помогла мне лучше тебя узнать, а потом мы же ее приручили. Мы за нее в ответе, Василий. Экзюпери. Ах ты у меня начитанный. Да мы что-нибудь придумаем. Ты знаешь, у меня есть серебряные ложки и старый кулон, а потом я могу давать уроки французского языка, частные. Выживем. Выживем. Спасибо, бабушка. О, кажется, автобус. Давай собираться. Что? Что ж вы так рано? Не простились. Мама велела вот вам сало передать. Ой, спасибо. Да, да куда же я это положу? Да берите, вот сюда. Берите. Передай маме поклон. Ой, Василий. Ага, ну что, уезжаешь? Да. Ну ладно, теперь серьезно. Если будет сложно, приезжай, я помогу. Спасибо. Василь, приезжай! Рассказывали пацаны про твои подвиги. Да на чужое место лезть, можно просто башку потерять. Гена, что же мне делать? Мне же место нужно. Что? Дает тебе хозяин место. Правда, Ген? Спасибо! Я тебе треть отдавать буду.
печалью третьим я гляжу не откупишься. Все равно, Ген, спасибо. И грядущее пусто, или темно. Меж тем, под бременем сознания или сомнения... Слушай, Пушкин, я же тебе сказал, иди отсюда, не жужжи, ну. Бездействие состарится оно. Мне вас жаль. Сколько стоит? 25. А вот это? 40. Держи, мальчик. Я возьму шляпку. Спасибо. Вот это еще. Ну-ка, подержи-ка. Не, не вот так. Ага, о, о. Ну что, как, нормально? Идет, да. Идет. Ну так что, уступишь? Нет? Не-а, не уступлю. А, жадина. Ладно. На, бизнесмен. Спасибо. Значит так, парень. Моя забота? Моя забота, твоя работа. Покупаю твои руки. Годится? Мои руки? Покупаешь мои руки? Нет, не годится. Ну смотри, как знаешь. Как знаешь. Стучит щечка сосед, стучит. Собака у тебя какая-то странная. Странная. А, Лыка, и лоза у тебя откуда, а? Признавайся. Оттуда, где растет кривая береза, на которую вешают всяких преступников и рэкетеров, как вы. Понятно? Собака. Ты кого привел? А? Да даст он деньги. Доллар берешь? Беру. Какие файлы. О, да ты подобно то польски. Чего это вот? Дякую. Дякую. Это оригинальный мальчик? Не знаю. Это мой дедушка в деревне делал. Меня научил. Я теперь тоже умею. Сам делаю. Это все. Чего так мало? С этого снять надо. Подождите. Подождите. Слышь, парень, покупаю твою валюту. Даю больше, чем в тачке. Согласен? Ладно. Непорядок, командир? Там у тебя какой-то малой валюты торгуют. Где? Вон там. Винты, смываемся. Шухер! А ну-ка, стой. Этот? Этот. Противозаконные действия с валютой, парень. Имеются свидетели. Вы знаете, он вещами торгует, которые надо проверить на радиацию. Да и собаку тоже. Свет, Сани. А в милиции он был не раз. Да. Что из него вырастет? Сейчас по рации вызову машину, и вы вместе поедете как свидетели. Я его подержу. Что случилось? Мальчик, значит, с детьми воюют. Ребенка не жаль.
А это там кто-то играет? 33-й, я 6-й. Вызываю патрульную машину. Самое главное, не говори странно. Что же говорить, а? Уберите собаку! За мной, собака! Беги, беги, беги! Быстрее сюда! Садись скорее! На! А собака? А собака с нами! Собака устала. Нам друг без друга уже нельзя. В деревне помогут. Там Микита, Лёшка, тетя Валя. Сюда приехали, а? Вам чего здесь надо? Это он-то хулиган. Но? Да ведь он же сирота. У него же ни отца, ни матери нет. У него же бабушка одна, да только же она не от мира сего. Это вы его до беды довели, знаю я вас. Да хоть собака заступилась. А собака умная. И Галяна ли не активная, где в чистом селе родилась. Я ее щенком знал. Слушай, а ты, парень, наверное, сам ее первую ксанул. Вот и на тебе ответила. Да вы что? Я что, больной, что ли, на собаку кидаться? Бешеная она.
ты сам бешеный. Слышь, Коль, смотри, у него пена у рта, а? Ага. Да, да. Собака хороший человек, бешеный. Не укусит. Бешеный. 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 А ты, Валентин, Сигизмунд, не трогай. Сам на это наскочил. Ага. Что? Ну вот и приехали, Янка. Вот мой дом. Этот? Да. Вот, идут. Смотри. Вижу. Ко мне. Так. А ты что здесь делаешь? Я из тебя котлету сделаю, слышишь? Забыла, чем мне обязана? Не забыла. Не трогай ее. Ах ты, щенок! Фу, собака, фу! Стреляйте, она бешеная! Василь! Не трогайте ее! Ты что? Нет! Thank you.